счастлив. Я меня все полностью устраивает. Лучше, наверное, не придумаешь. Нашел на кладбище. Да. Мы с ним просто познакомились, все. И телефон я потеряла свой. Вот. А потом он пришел ко мне на кладбище. Я рисовала внизу цветочки, он спросил меня. Ехали домой в одном автобусе. Познакомились, просто сидели напротив. Доехали вместе, а дальше потом стали общаться. Интерес, страсть, потом уже привыкание друг к другу, а потом уже благодарность за помощь, то, что он в чем-то мне помогает, я в чем-то ему помогаю. И, естественно, любовь — это где-то в чем-то уступки друг другу. Любовь, наверное, это когда хочется быть с человеком, хочется постоянно быть рядом с ним, делать что-то с ним вместе. Тяжело находиться вдали без него. Хочется, нужно дышать этим человеком. Я думаю, полная свобода. То, что он мне дает полную свободу, я могу работать сколько хочу. И также я ему даю свободу, правда, у меня домосед большой. Поэтому, наверное, я ему даю свободу полную, что он мне все время дома сидит. Вот. Ну, доверие друг другу и не париться по каким-то мелочам. Потому что, ну, как сказать, ну, друг в друге, ну, все устраивало. Не знаю, как сказать-то даже, что находиться врозь, ну, как-то было тяжело. Сначала до свадьбы дошло. Я ему сказала, он же на 2 года младше меня, вот, и я ему сказала, мы с ним годик подружили, я говорю, нам надо это, разбегаться, потому что ты еще молодой, тебе еще учиться, он тогда еще только на 4-м курсе учился, 4-й курс заканчивал, я говорю, а мне уже, ему уже 20 не было, мне уже, считай, 22 года, я говорю, тебе надо поселить, ну, помоложе, я для тебя старая, вот, он говорит, давай поженимся, ну, я в шутку, вообще прикол, он пришел ко мне на кладбище, проводил меня до дома, он меня на руках донес на 5-й этаж, я жила на съемной квартире, вот, такой весь опыхавшийся, ты выйдешь за меня, я говорю, да? Ну, я думаю, ну как, ну, блин, он тебя поднял на 5-й этаж, что ты ему скажешь, нет? Потом он меня поднял на 5-й этаж на руках, вот спросил, выйдешь за меня, я говорю, да. Ну и все, как-то забылось, да, все, это через 2 недели, мы были в парке Горького, идем по мосту, по, через речку. Вот, он говорит, а когда кольца пойдем покупать? Я говорю, какие кольца? Ну, замуж, как, жениться же собрались, давай кольца покупать. А что, серьезно, что ли, жениться? Я говорю, я, значит, я, какой жениться? Ну, женились. Thank you.
очень благодарна за все. Ты мне самый-самый-самый лучший. Самый классный мужчина. Просто у вас такой же красивый, молодой, стройный. Быть любимой. Еще Катя, еще Катя. Побольше здоровья и крепких нервов. Вот мы ее очень-очень сильно любим. Вот и она нам очень нужна.